Дорогие мои друзья, дорогие мои любимые люди, которые сегодня здесь собрались, мне, поверьте, мне очень приятно, потому что, вы знаете, я почувствовала себя вот сейчас, да, как будто у меня сегодня большой день рождения, и какое-то очень особенное и важное событие в моей жизни. И прежде всего я хочу поблагодарить Испанию, потому что буквально недавно, еще нет 2 лет, когда я приехала в эту страну, и которая меня покорила. И меня покорила не только эта земля, меня покорили эти люди, которые здесь живут, на этой земле. То есть их сердце настолько... в их сердцах столько много радости, столько много, знаете, такого позитива, такого любви к жизни. Я не знаю, может быть, это солнце, или вот это климат, или вот эта красота, которая здесь вокруг. Но эти люди, я в них влюбилась, и в эту страну, и в людей, и поэтому я здесь осталась. И, наверное, навсегда. Хотя, не знаю, соляри, да, в жизни бывает всякое. Вот, и... Вы знаете, сегодня... Действительно, такое, я не побоюсь этого слова сказать, грандиозное событие, великое событие в истории Бенедорма, в истории Испании, потому что сегодня здесь собрались, ну, я, да? И все мои любимые, все вот действительно, кто столько лет меня окружал, поддерживал, когда я приехала в эту страну. Я вот просто, знаете, если я сейчас все начну перечислять, то это будет до вечера рассказывать. Ну, я вот просто всех благодарю. И знаете, самое, что замечательное здесь в гостях, знаменитые, великие люди. Я не побоюсь этого слова сказать, великие для меня. Почему? Потому что это люди, которые дарят миллионам людям, тысячам, миллионам людям свой талант. Понимаете, это вот, понимаете, чтобы вот раскрыть свое сердце, душу и дарить и не бояться вот все, что самое замечательное есть. И поэтому у меня сегодня в гостях, я сказала уже, великие люди. Это и еще, знаете, я хочу сказать, что ну вы все в курсе, да, что как центр называется, аромамузыкотерапия. И знаете, я вот, прежде чем сейчас назвать эти великие имена, я хочу сказать, хочу, чтобы обратить ваше внимание на то, что, вы представляете, вот на секунду хотя бы задумайтесь о том, вы представляете свою жизнь без музыки? Вот я не представляю, потому что, когда я испытываю какие-то... Ну, мы все живем здесь, да, на земле, и понятно, что сейчас очень много стресса для человека, столько много испытаний. И, вы знаете, вот без музыки я бы точно не выжила, наверное. Я бы, наверное, не захотела жить. И потому что моя жизнь, она связана с музыкой очень серьезно, очень глубоко. Я с детства окружена музыкой, мои родители любили музыку, моя мама пела гениально, просто у нее был шикарный голос, мой папа... Обожал музыку всегда, он включал свой магнитофон, всегда у нас звучала музыка. И когда я росла, я училась в музыкальной школе, и я закончила ее. Ну, так случилось, что я не продолжила дальше, но моя жизнь сделала мне огромный подарок. Я познакомилась с очень уникальным человеком, и этот человек – основатель русской школы музыкотерапии. Это человек, один из людей, который очень... Профессионально и очень, ой, я даже не знаю, как сказать, вот досконально, наверное, знать, что такое музыка, как она влияет на человека, как она может исцелять человека, исцелять его душу, исцелять его тело. И вы знаете, я сейчас еще хочу сказать то, что, знаете ли вы, что каждый орган, вибрирует свою собственную музыку. И наше тело вот в оркестре, вот все, что у нас внутри, да, создает свою уникальную музыку. В общем, вся Вселенная вибрирует. Но мы только этого не слышим, но это научный факт. И поэтому я представляю
И это Рушей Бабон. Пожалуйста, я прошу поклон. Спасибо большое. Что-то я даже немножко покраснел впервые в жизни.